что такое день рождения и как я его обычно отмечаю? На самом деле, я больше люблю посещать дни рождения своих друзей, потому что на этих днях рождения я танцую, веселюсь, выпиваю. А в свой день рождения мне приходится чуть-чуть работать. Настал тот момент, когда все соберутся, встанут в круг, заиграет громко музыка, все уже выпьют пару бокалов шампанского, чтобы отпустило и расслабилось, чтобы бабочка уже так немножко поползла в бок, и все начали выпивать и танцевать. Знаете, так бывает, когда с первой секунды тебе человек приятен. Я хочу, чтобы он оставался таким, насколько можно дольше. Таким же очень здоровским человеком, правда. Я не знаю, больше бы таких людей в нашей стране, да, и не было бы войны. Вот эта история про Влада. Мы очень тебя любим, Влад, ты прям очень крутой. С днем рождения!